Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. И сегодня я хотел бы начать говорить о том, как мы можем преодолеть клевету. И начать хотелось бы не очень с позитивной нотки. Дело в том, что некоторые из вас могут сказать, мне не нужно преодолевать клевету, меня никто не трогает. Но если тебя никто не трогает, то ты просто ничего не значишь и ничего не делаешь. Знаете, Конфуций сказал потрясающую вещь в свое время. Величие человека определяется по величию его врагов. Чем больше, чем значимее враги, тем более значим ты. Итак, если ты имеешь хотя бы минимальное значение, если ты хотя бы, знаешь, вот ногой наступил на тот путь, который предназначен для тебя Господом, как только ты начал двигаться в своем призвании, тебя в обязательном порядке попытаются, как минимум, попытаются оклеветать. И у клеветы против тебя будет две цели. Во-первых, опорочить, а во-вторых, втянуть тебя в определенную баталию, чтобы ты занялся не следованием по своему пути за своим призванием, а оправданием. Мы поговорим немножко дальше об этом. Итак, я на 100% уверен, что каждый христианин в обязательном порядке сталкивается или будет сталкиваться с клеветой в свой адрес. И нам нужно научиться преодолевать это. Я хочу дать несколько советов, как это сделать.